Истица просит суд расторгнуть брак на том основании, что ответчик любит другую женщину. Ответчик на судебное заседание явился, с иском согласен. Тебе не жалко? Макс, не начинай. Ты ведь понимаешь, что без развода нам к ней не подобраться. Да я понимаю все. Просто у меня действительно такое ощущение, что мы расстаемся навсегда. Давай звони. Рит, привет. Это Макс. Здравствуй, Максим. Вера сказала, можно к тебе зайти по поводу работы. Да, завтра я тебя жду. Приходи. А в котором часу? В 10 утра. Тебя устроит? Да, конечно. Только не опаздывай, пожалуйста, хорошо? Я буду вовремя. Представляешь, а мы сегодня с Верой развелись. Такие дела. Да. Мне очень жаль. Но в данном случае твой развод никак на наши отношения не повлияет. Хорошо. До завтра. Пока. Она сказала, что наш развод роли не играет. Она врет. Теперь слушай. Ты должен жить один. Поэтому я уеду в бабушкин дом в деревню. Зачем? Макс, все должно быть по-настоящему. Это ненадолго. И что, ты прямо сейчас уедешь? А чего ждать? Кольцо снять не забудь. Маргарита Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Какие новости? Все, как говорится, на мази. Галина Аркадьевна скоро будет на свободе. Буквально через пару дней. Отлично. Спасибо вам большое. Вот, возьмите за работу. И вам спасибо. А как поживает Бронислава Яновна? Здорова ли? Да, все хорошо. Так, а почему вы лично пришли? Могли просто ее прислать? Или вы ей не доверяете? Почему я, Бронислава Яновна, больше, чем себе доверяю? Пожалуй, вы правы. Теперь все наши с вами вопросы мы будем решать через нее. Договорились? Счастливо. Всего доброго. Передать Брониславе Яновне привет от вас? Обязательно. Хорошо. Это ваш процент из тех денег, которые перевели нам от вашей компании. Картка выдана на другой банк и счет на ваше имя. Пожалуйста. Благодарю. Сделано два вклада. Нашу часть вы должны перевести в офшор, ну а потом, как вы говорите, русские, замести следы. Все будет сделано на высшем шпионском уровне. Комар носа не подточит. А вот шутить не надо. Если кто-нибудь об этом узнает, то я потеряю контракт и деньги, а вот вы потеряете деньги, работу и свободу. Смею вас заверить, все будет хорошо. Мне совершенно не хочется на нары. Вы бите впечатление куда? В тюрьму. А. Ну что, выпьете? Данки, но я сегодня за рулем. А. Всего доброго. Auf Wiedersehen. Так что Галину Каменецкую скоро выпускают по УДО. Хорошо. Григорий, конечно, человек слова. Да молодец.
Он, вероятно, нажал на все возможные и невозможные рычаги. Кстати, он привет вам передавал. Мне кажется, вы ему очень нравитесь. Это ерунда. Эдочка, скажи лучше, что у вас с Кириллом? По-моему, я его очень сильно обидела. Входите. Здравствуйте, Маргарита Владимировна. Здравствуйте, Максим Эдуардович. Маргарита Владимировна, я буду в приемной. Присаживайтесь. Ты меня извини, Рит, за тот срыв в ресторане. Не извиняйся. Все понимаю. Твою маму скоро освободят. Я договорилась. Это еще мой папа должен был сделать. Просто не успел. Спасибо тебе. Не надо. Не знаю, как благодарить тебя, Рит. Кирилл, Маргарита Владимировна занята. Я посрочно. Макс. Здорово. Здорово. А ты здесь какими судьбами? Максим теперь будет работать у нас в компании. Ну, здорово, здорово. Считай, мы снова, как в старые добрые времена, в одной команде. Вот жизнь, да? Ну, я могу пойти документы оформлять, да? Спасибо тебе большое. Увидимся. Давай. Бронислава Яновна, мне заявление о принятии на работу у вас написать? Нет, у нас есть отдел кадров на втором этаже. Хорошо. До встречи. До встречи. Я понимаю, что ты его любишь, но на работу-то его брать зачем? Извини, конечно. Я не обязана перед тобой отчитываться. Отчет по-южному оставлю Бронислава. Пришел сказать тебе спасибо. Маму действительно завтра выпускают. Здорово. Еще я подумал тут и решил, что я не имею права работать в твоей компании. Почему? У меня есть личные причины для этого. Какие причины, Макс? Что за глупости? Рит, я виноват перед тобой. Но я не могу ничего с этим поделать, понимаешь? У меня как пелена с глаз упала, я как увидел тебя, все время борюсь с собой, понимаешь? Ну, борешься с чем?
Как же я тебя люблю. Завтрак в постели. Макс такой хороший. Мне никто никогда не приносил завтрак в постель. Ладно, завтракаю, я поеду. Ты куда? Маму выпускают сегодня. Хочешь, я поеду с тобой? Я быстро соберусь. Не надо, не надо. Я хочу сам. Сам, понимаешь? Рит, я так хочу, чтобы ты была счастлива до конца. В смысле? Ну, по-настоящему. Ай, глупость сказал. Завтракай. Пока. Я посмотрела твой отчет, в нем отсутствуют некоторые позиции. И есть непонятные мне незаполненные временные промежутки. По два, по три дня. Рит, ты ведь сама просила меня сделать этот отчет в срочном порядке. Вот я торопился и, возможно, пропустил несколько дней. Пропустил? Юша, самый важный наш проект. И здесь нельзя допускать просчетов. Так, с сегодняшнего дня я буду отвечать за этот проект самостоятельно. Я не первый день в компании. Я знаю много того, чего ты не знаешь. Например, то, что инвесторами Южного уже давно является не государство, а наши немецкие партнеры, с которыми я веду переговоры с самого начала. Так что твой отец не зря доверил мне управление Южным. Отца больше нет. Теперь я принимаю решение. Предоставь мне все документы в ближайшее время. А выпить есть что-нибудь? Мам, куда тебе с твоим здоровьем? Я не попал ничего. Я же Риту встретил. Это она помогла тебе выйти. Хорошая девочка. Отец ее, правда, был сволочь, но она хорошая. Знаешь что, сынок? А ты женись лучше на ней. Мам, о чем ты говоришь? Я ее не люблю. Люблю, не люблю. У нее власть и деньги. А у нас ничего нет. Она тебя любит. А где моя шкатулка? Ну, которая от бабушки осталась.
Подумай об этом, сынок. Жить надо с тем, кто тебя любит. Макс, что это? Рит, сегодня очень важный день. И вообще, я понял недавно, что ты самый главный человек в моей жизни. Макс, подожди, не перебивай. Это тебе. Спасибо. Моя мама просила передать. Ну, нет, это подарок от меня, конечно. Просто это кольцо моей мамы. А ей оно досталось от ее мамы. А ее маме от ее мамы. И ей от бабушки. То это прабабушки. А прабабушки, по легенде, чуть ли не от самой императрицы. Это наша семейная традиция, она по женской линии передается. Мама просила тебе его подарить. Такое красивое. Рит, выходи за меня замуж. Конечно. Как я рад, что ты на свободе. Да, спасибо. Теперь все хорошо. Слушай, как Максим? Тоже нормально. Зачем звонишь? Ах, да. Слушай, Галь, мне наш универ предложил лекции прочитать. Я согласился. Так что скоро мы с тобой увидимся. Ну, если ты, конечно, захочешь. А как же твоя жена? Ой, Галь, я так устал. Можно я приеду, а? Я все объясню. В общем, я хочу вернуться. К тебе вернуться. Алло, Галя, ты меня слышишь? Алло, Галь, ну не молчи, прошу тебя, ну не молчи, Галя. Да. Что? Хорошо. Приезжай, я. Буду тебя ждать. Галечка. Спасибо тебе большое, моя хорошая. Значит, я собираю вещи, и я скоро буду. Ты меня можешь встретить. Все-таки приехал. Соскучился. Первый раз люблю. А ты меня? Да.
Кирюша, давай уедем. Давай, пожалуйста, все это прекратим. Ты ведь везде карьеру построишь. Я тоже дома сидеть не буду. Ну, пожалуйста. Уедем, уедем, Вер. Уедем, но позже, когда ее не будет. Совсем. А у нас будет все. Что она сделала? Она мне. Она тебе мешает. Вер. Мы ее уберем. Я боюсь. Не бойся. Не бойся, Макс все сделает. В общем, эти фотографии должны были попасть на компьютер. Я ничего не понимаю. Поясните, пожалуйста. Изображение вначале записывалось, потом пересылалось по электронной почте. Проследив эту цепочку, мы выйдем на электронный адрес человека, заказавшего эти фотографии. Ну, а уже узнать реальное имя и фамилию владельца электронного адреса – это проще простого. Господи, Гришенька, вы просто ас. Я уже и не надеялась, что мы найдем этого человека. Ну ты что, Гронечка Яновна, я ради вас, точнее, ради заказа Маргариты Владимировны готов в город свернуть. Да, я поняла. Бронечка, можно вас попросить? После того, как я завершу дело, давайте отметим нашу победу в самом респектабельном ресторане. Только в этот раз плачу я. Меня Галина беспокоит. Чего именно ты боишься? Но она не дура. Вдруг она что-нибудь заподозрит. Или Макс по своей глупости ей что-нибудь сболтнет. И тогда, будь уверена, она Риту предупредит. И нам придется отказаться от всего. Ну, значит, нужно сделать так, чтобы свадьба прошла как можно скорее. И она не успела нам напакостить. А если Галина на свадьбе что-нибудь вытворит? Меня же там не будет. Зато там буду я. И за всем прослежу. Привет. Нужно поговорить с тобой. Я тебя не ждала. Ты можешь меня выручить? А что нужно? Твои часы, помнишь? Шпионские, ты говорила, у тебя есть с диктофоном. Можешь мне их дать? А что ты вляпался? Нужно один разговор записать. От него очень много зависит. Я не могу тебе рассказать, прости. Ну, хорошо. Ну, вот смотри. Это включение. Вот это запись. Это пауза, если нужно. А вот здесь перемотка и прослушка. Спасибо. Ты меня спасла. Ну, ты же знаешь, что ты мне очень дорог. Лена. Максим, я все понимаю. Между нами ничего быть не может. И не только потому, что я тебя старше. А потому, что ты меня не любишь. Лен. Дай мне договорить. Ты со мной честен, и я это ценю. И мне с тобой было очень хорошо. Ты, может, мне не поверишь, но мне с тобой тоже было очень хорошо. Ты не представляешь, как трудно все время быть бабой-конем. Все время быть одной.
У меня ведь кроме работы больше ничего и нет. Да и там уже в спину дышит. Состарюсь и вышвырнут на улицу и даже не вспомнят. Ерунды не говори. Так оно и будет. А ты хоть немножко меня согрел. И поэтому я прошу тебя, чтобы ты там не задумал. Если еще не поздно, остановись. Поздно. Спасибо. Макс, это ты? Здравствуйте, Галина Аркадьевна. С возвращением. А что ты здесь делаешь? Я пришла к своему мужу. Ну, во-первых, к бывшему мужу. А во-вторых, откуда ключи от этой квартиры? Вы скажете мне, где Максим, или мы будем ключи обсуждать? Хорошо. Подождем. Вот скажи, ну что тебе нужно? Ну ты у нас уже все отобрала. Квартиру мы из-за тебя потеряли. Макс на 10 лет старше выглядит, да? Давайте подождем молча. Ну, любого же мужика можешь получить. Ну, зачем тебе Макс? Ну, оставь ты его в покое. Ну, он может жениться на хорошей девочке, например, на Рите. Я не дам тебе встать у него на пути. Это вам Максим сказал, что он на Рите женится? Мам, я напился. У меня для тебя новость. Сейчас скажу. Ну, я скажу. Мамуль. И тебе хотелось что сказать, что я... Макс! О! Ты что? Сынок? Мам, на Рите женюсь. Слышал, я? Все, иди. Иди. Отсюда иди. А нарядилась-то как, а? Чего ты нарядилась-то? Намалевала. А чё ты намалевалась-то, а? Чё ты охмурять меня призвала? Ты в своем уме? Я в своем. Я в своем уме. Макс, стой! Что случилось? Ну что ты? Хочешь, я с тобой сегодня останусь? Ну, Макс. Бери руки. Макс, ну, пожалуйста. Ты чего? Что переживаешь? Чего ты? Получишь ты свои деньги. Все полученные копейки. Я лицо твое вижу. Лицо твое вижу. Лицо твое вижу. Макс, ты чего? Какое лицо? Мам, прогони ее. Мам, прогони ее, мам. Мам, прогони ее. Все хорошо будет, я тебе обещаю. Мы справимся.
Риточка. Ты все сияешь прямо. Бронислава Яновна. Мне Максим предложение сделал. Да ты что? А ну, рассказывай. Мне такое чувство, что я предаю папу. Его нет, а мне хорошо. Это так ужасно. А у меня такое чувство. Нет, я уверена, что Владимир Петрович очень бы хотел, чтобы ты была счастлива. Ты любишь Максима? Очень хочешь за него замуж. И это главное. Но что касается памяти об отце, она же не в традициях, на в сердце. Ну, может, не стоит так торопиться? Ты, Максим, так хочешь, чтобы мы поскорее стали мужем и женой? Знаешь, как-то один человек тоже сделал мне предложение, у меня как раз была защита диплома. Я попросила его подождать и сыграть свадьбу после этого. И что? На несколько дней до защиты диплома его не стало. Несчастный случай. И я вот так всю жизнь одна. Не нужно спорить с судьбой. А что касается Владимира Петровича, то вот сейчас смотрит на нас там. Честно говоря, я даже не думал, что ты согласишься на наше предложение. Я думал, что ты струсишь. Смотря о каком предложении ты говоришь. Что за шутки? Я говорю о том, чтобы убрать Риту после вашей свадьбы. В смысле, убить? Макс, ты чего дурака валяешь? У тебя есть другие варианты? Мы же все обговорили, да? Убить. Мне нужно подумать. И сколько ты будешь думать? Как вы себе это представляете? Идеально во время свадебного путешествия. Вы с Ритой пойдете на яхте ночью, а она воды боится, плавать не умеет. Тогда она не согласится. Сделай так, чтобы согласилась. Это из-за бутерат фтора. В крови он не обнаруживается. После того, как Рита это примет, она случайно упадет за борт, и спасти ее не удастся. Ясно.
Вы на свадьбу-то приедете? Кирилл придет. Они же друзья с Риткой. А я? Что мне там делать? Галина не поймет. Не поймет. Правда, не поймет. Кирилл, аптека есть поблизости? Мне нужно для матери лекарства купить. А что случилось? Давление низкое. Если бы не таблетки, не выжила бы. Да, есть за углом. А ты идешь? Я в деревне. Макс, ты сделаешь это? На яхте. Ну, что с тобой? Вроде бы наш план, ну, с Ритой, он вроде бы продуман, но так страшно, вдруг все рухнет, и мы все в тюрьму попадем. Как Галина. Только она за убийство по неосторожности, а мы по-настоящему. Может быть, мы все это как-то по-другому сделаем? Ты думаешь, она тебе позволит? Вер, нам надо убить Риту. Вы оба к этому готовы. Если мы этого не сделаем, то у нас ничего не получится. Ритка, она сильный игрок. Вся в своего отца, уж можешь мне поверить. Ты любишь ее. А со мной ты просто ей назло. А с тобой меня вообще не должно было быть. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот только без тебя я тоже уже не могу. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг. Друг перед другом и перед будущим ваших детей. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Нет. Да. Прошу в знак любви и преданности друг другу обменяться обручальными кольцами. В полном соответствии с семейным кодексом, согласно составленной актовой записи о заключении брака, ваш брак регистрируется. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Поздравляю. Костя, поздравьте молодых. Поздравляю вас, Костя. Спасибо. 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 Спасибо.
нравится. Твой букет. Подержи, мама. Спасибо. 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 Ты счастлива? Голова что-то кружится. Может, таблетку, чтобы плохо не было? Да, давай. Я прилягу.